Добрейшего времени суток, дамы и господа, с вами как всегда Анак. И сегодня я расскажу вам про самых сильных и актуальных персонажей в текущем патче. Основная композиция, которую играет в большинстве матчей на высоких рейтингах, является далеко не новой и довольно простой. Ее ядрами являются гибридные танки в лице Ренхарда и Зари. Данное дуо является сейчас сильным по балансу в патче, даже несмотря на недавний нерв Зари и Баф Сигмы. Вторыми номерами ситуативно и на некоторых картах появляются давящие танки, хомяки и Винстон и даже Дивы. В основном смена танков происходит из ситуации, где медленные Ренхарды и Зари просто ограничены. Например, на карте имеются сильные хэкграунды, и у противника там есть фары, которые ни Райан, ни Заря не могут сделать практически ничего. Да и в целом сейчас контрпиков того же ученого на полях боя не так много, и он иногда может хорошо себя проявить. Кто же дополняет данных танков на ролях ДД? Самый популярный герой патча это Макри. Он все еще очень хорош по силе после бафа до 225 хп. Толстый хит выглядит довольно универсально. Отлично чувствует себя защитом Райна и является ответом практически на любого DPS в текущей мете. Доходит даже до того, что толстенький Макри дает отпор своим злейшим врагам снайперам, не говоря про контроль воздуха и фуанкеров, которые и так являются его коньком. А вторыми номерами после Макри вариантов на DPS несколько. В идеальной композиции, когда на поле есть Люсио и метовые танки, лучше всего заходит Мэй. Забегание под стенку сейчас является очень сильным игровым элементом, ровно как и очень противным. Грамотно отрезанного тиммейта почти невозможно спасти, только своя контр-стенка и лампа Батиста. Если же у оппонента нету мейта, вариантом второго ДД может стать Ханза. Он чувствует себя комфортно против Макри и Мэй на поле боя, является сильным в патче, отлично давит щиты. А его ультимейт является идеальным классическим дополнением ультимейту Зари. Трейсер также является сейчас очень сильным пиком. Даже несмотря на наличие Макри, других угроз на поле боя нету, и персонаж часто может свободно делать то, что пожелает в плане сил герой стабильно хорош и не подвергался нерфам уже очень давно. Помимо названных выше основных героев патча, часто можно встретить еще и вдову, эхо, эш, ну и иногда ситуативно играется фары. По саппортам все довольно однозначно. Самый сильный саппорт патча — Батист. Этот мейнхиллер в команде сразу гарантирует необходимое количество хила для всех, вносит приличный урон, ну а лампа — это лампа. Очень сильная билка и единственная, которая помогает спасти отрезанного стенкой Мэй танка от смерти. Сам по себе архетип Батиста не лучше для метовой композиции, но энные камбы все-таки у него ульты есть. Ешка является одной из самых популярных в текущем патче, работает отлично. Давай ваншот по всем сквишам на поле. Вторым саппортом, являющимся идеальным дополнением метовой композиции, является Люсио. Этот офф-хил делает очень сильным ранее и добавляя героям солидную горизонтальную мобильность. Также именно Люсио позволяет активно реализовывать стенку, ведь войти в отрезанного противника нужно именно быстро. Ускорение поможет в этом. Басы могут также помочь прижить некоторые ультимейты, гравитон, шаттер, но не всегда. В общем, защитная ульта никогда не лишняя и может пригодиться. Кого еще можно смело разыграть саппортом, если у оппонента не полностью метовый пик, а она как замена Батисту играется очень неплохо. Она может проявить себя лучше с давящими танками и героями, кому хорошо заходит на, на буст, такими как Райн, Уинстон, Генжи, Рипер, ну, Солдат и так далее. Вторым саппортом иногда можно увидеть Мерси, Герой почти всегда нужен, если команда отыгрывает летающих героев Эхо Фару. И может быть очень неплохо, если оба ДПС играют дальнобойными стрелками в лице Эш Давы Ханзы. Что ж, дамы и господа, это был список актуальных персонажей на текущий момент, начало апреля 2021 года. С вами, как всегда, был Анак. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк этому видосику. Пока-пока.